Уже с середины 70-х идейные антисоветчики и репатрианты-сионисты убывают. До Израиля доезжает половина советских евреев-эмигрантов, потом меньше, а в 79-м году только треть. Остальные из транзитной Вены сразу отправляются в США. Таких называют «прямики». В этом районе на окраине Нью-Йорка живут люди, которые променяли советский паспорт на химеры земли обетованной. Покинув родину, они предпочли затем Израилю вид на жительство в Америке. Брайтон-Бич – самый известный, нарицательный и анекдотический адрес советской еврейской эмиграции в США. Здесь компактно селились те, кто не становился американцами, предпочитая жить, как там у нас, но здесь у них.